с древних времен по сегодняшний день это представитель своей страны за границей. Патриот. Кто это, бро? Бро, кто это? Я в душе не знаю. Это даже не история, это просто вот как добрый день, брат. У нас сейчас Володя кто? Путин. Кто он по жизни? Меня зовут Евгений Ширяев, и это новое, мега-популярное, супер-пупер-дрюпер-шпупер-шоу на Ютьюбе. Тупой или еще умнее? В чем история? Я задаю вопросы. Если ты правильно отвечаешь, я плачу за это бабочки. Школьные обычные вопросы. Доходишь до пятого вопроса, плачу косарь. Отвечаешь на шестой, это будет супер-игра. Два косаря. Если, сука, не ответил на шестой, ни хера не получаешь. Ну, мне так же в школе говорили. Тема история. Как у тебя по истории? Нормально, пойдет. Ништяк. Как звали трех русских богатырей? Да, блин, это же легко. Это очень легко. Подумай, не торопимся. Времени нет, да? Ну, пока Илья нет. Илья Муромец. Yes. Богатырь. Как? Богатырь. Богатырь. Илюша Муромец, да, еще двое. Я знаю. Еще два дядьки здоровых, сильных. Алеша Попович. Алеша Попович. И Добрыня. Никитич. Добрыня Никитич. Е. Правитель Египта. Не знаю. Не нужно говорить имя. Как этих чуваков называли? У нас сейчас Володя кто? Путин. Кто он по жизни? Президент. Президент. А в Египте фараон. Ну извини, тут ты ничего Всё. Не говорил. То, что... Я ничего не говорил. Базар. Правильно. No. Ты молодец. Так, раз, два, три. Фараон. Фараон, точно. Нет. Какое событие произошло на Руси в 988 году? А, ну это изи, это крещение Руси. No. Хорошее. Хорошее событие? Хорошее. Безусловно. Для кого-то да, для кого-то может быть и нет. Давай еще раз. 988 год. Не до нашей эры. Это недавно было, там какую-то там тысячу с хером лет назад. Советский Союз. Не тысяча. Был князь Владимир такой еще. Да. И что он сделал у нас на Руси? Событие бешеное. Бешеное. Да. Князь Владимир. Да. Он стал князем. Он сделал нашу Русь какую? Хорошую. Хорошую. Нет, забальзамированное тело умершего, обмотанное бинтами. Мумия. No. С древних времен по сегодняшний день это представитель своей страны за границей. Патриот. Нет. Кто это? С древних времен его так называли. По сей день он представляет свою страну за границей. Кто это? Кто это? Кто это, бро? Бро, кто это? Я в душе не знаю. Это даже не история, это просто вот как добрый день, брат. Это первый вопрос, он самый легкий. Давай еще раз смотри. И раньше его так называли, и сейчас его так называют. Он приезжает за границу, и он представитель за границей своей страны. Президент. По... Политик. Посох. Держава. Брат, это посол. Это посол, брат. А, это обществознание уже, не история. Какая хрен разница? Ну такая вот. Если бы сейчас я бы сказал бы, тема обществознания, да, ты ответил бы ответил. Базара ноль. Все тогда. Я вычеркиваю вопрос, давай играть заново. С кем из римлян у Клеопатры было Вась-Вась Шуры-Мура? Нет, Брутом. Может быть. Юлий или Брут? Юлий. Марк Антоний. Кто? Марк Антоний. Я такого не проходил. Кто такой Брут? Это тот, который... Который Брут? Убил, у Юлия. Нет. Рабы, которые сражались на потеху римлян. Рим. 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 Рабы. Рабы. Понял. На потеху. Не на ипотеку, на потеху. Я понял. Ну? Ну, если сейчас не отвечаю, я все, я... И все, брат.
пусть будут холопы. Ну так, ну чисто. Холопы. Сейчас там пи-пи-пи-пи, всякие звуки там издаются, монтаж, всякие дня. Да. Я скажу, если... Давай, иди сюда, иди сюда. Ты скажи. Евреи? Евреи? Да. Сука, гладиаторы! Гладиаторы, ребята! Ну вообще, честно, из евреев делали гладиаторов. Не только из евреев. Их там было дохера людей. Ты «Спартака» смотрел? Сериал «Спартак» смотрел? Нет. Посмотри, брат. Нет, Древняя Греция. И вот олимпийский чемпион. Чем его награждали? Жизнью. Нет. Вообще лавровым венком? Рядышком. Греция. Венок. Оливковый. Оливковый венок. No. Древнегреческий бог виноделия. Дионис. Дионис. Кто это? Раз, два, три, нет, четыре. Дионис. 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 Нет. Самый известный римский гладиатор. Бен-Гур какой-нибудь. Кто? Бен-Гур какой-нибудь. Бен-Гур? Давай еще раз. Рим. Он самый известный, прям его нельзя не знать. Фильмы про него снимают, сериалы. Он в историю вошел. Он. Спартак! Спартак! Спартак, господи. Бим-диш-бади-бадиш. Нет. Ну, наверное, Спартак. При каком царе на Руси началось книгопечатание? Оу, фак. Оу, бро, что такое, ты задумался? Да. Да? Но Иван Грозный, он же с 1500 по 1600 правил. Давай не умничай, братуха. Есть варианты у тебя какие-то еще? Иван Грозный на ум ты пришел. Ты думаешь, что Иван Грозный? Да. Правильно. Бро, болейте за кореша, ребята. Имя монаха, который написал «Повесть временных лет». Вот, не помню. Не помню такого подхода. Посол. 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 А вот это не помню. Не помню, что такое проходили. Ты проиграл, все. Окей. Это был Нестор. Еще раз? Нестор. Первый раз слышу. Нет. Кем приходился Александр Невский Ивану Калите? Иван. Сашка, Ваньке. Бро, давай. Один. Два. Отец. Нет, не отец. Племянник. Фак. Саша Невский, дед Ивана Калиты. Нет. Какая мера длины определялась размером рук человека в разные стороны на Руси? Ну, наверное, сажень. Сажень. No. 1000 рублей уже ваша. Но вы можете удвоить эту сумму, просто ответив на один вопрос. Лучше 1000 в руках. 1000 рублей. Спасибо. Как вас зовут? Константин. У нас есть один победитель. 1000 рублей сегодня досталось ему. А у меня-то и здесь лавандосик-то было сегодня много. Вот так вот, как-то так вот. Поэтому все так произошло.